Всем привет, друзья. Тут на днях были газовщики у моей матери, подключали котел. Я несколько видео выкладывал по монтажу отопления в доме, но интереса оно не вызывает. Поэтому я не стал выкладывать, как все это делаю. Ну а вот газовщики приехали, у них я увидел интересный девайс, такой трубогиб. Интересен тем, что он прост в изготовлении, я снял размеры. Его, в принципе, ничего сложного нет. Ролики можно заказать у токаря, ну а матрицу, которая через домкрат производится давление на трубу, ГВЕ, то есть можно, я думаю, с какого-то шкива отпилить четверть его, и получится то же самое. Снял, как они гнут эти трубы. Они жалостные, трубогиб. Говорили, что первый у них был лучше. Но здесь у них, походу, неисправность с домкратом, поэтому он там в вертикальном положении гнет, в горизонтальном домкрате, наверное, не хватает. Ну его же можно ложить, да, тоже? Да, но он не гнет. В смысле не гнет? Ну только так, вертикально. Уже горизонтально не гнет. Что-то... Домкрат не работает? Да, что-то сломалось. Он первый раз один раз вставнул и все. Так вообще-то он должен был и лежа. Ну-ну-ну. Он гнет только в таком положении. Видно, масло стекает и не доходит. Мало масла может у него. Да, лили уже масло, уже не помогает. Да, он у нас чуть-чуть. Это новый, наверное? Ну, такой новый, да. Нет, давай. Ну, давай. Давай, 12.08. Ага. Звони Мишу, скажи, еще не закончил. Хорош. Вот так поснимал, как они варят, как они паяют, чем, каким инструментом пользуются. Ацетилен в баллонах.
никогда не видел ацетилен в баллонах. Инструмент у них Bosch, болгарка Bosch, перфоратор тоже Bosch. Это, причем профессиональный, видите, да, синего цвета. Зеленый, это бытовой. Плавный пуск. Как бы отзывы о нем хорошие, работают уже вот годами у них они. Как бы так. Ну что, при общении сказали, что инструментом довольны. Марк свою держит. Всем пока, удачи, до встречи.